Всем привет, ребят. Ну что, докачала некоторых героев, точнее, докачала здесь себе вот такую вот седну и хочу ее протестировать с интересным талантом, так как я ее буду использовать на PvP-локациях, на дефе в битве гильдий и на некоторых других локациях, поэтому мне интересно прокачать ей один талантик на 9.9, и мы сейчас попытаемся его найти. Ну и заодно паролем талантики для других героев, возможно, что-то интересное вытащим. Так, окей. Где наш стрелок? Как всегда, не могу его найти. Так, поехали. 186 коробочек у нас есть, и нам нужно словить. Не знаю, или вы знаете что, но я, в принципе, знаю. Ракуху, я хочу потестить ее на максималке, так как ракушка имеет хороший шанс, уже 40% на девятке, поэтому я решил некоторым героям поставить именно ракушку. Так, стойкость нам не нужна. Кто бы думал, что я буду ловить ракушку, сколько я их уже поперероил. Так, ну это нам не интересно. Вчера неплохо падала на английском сервере, на русском, к сожалению. Так, огненка. Ну, огненки у меня здесь на аккаунте валом. Ярость. Берс, который тоже нафиг не нужен. Как-то однотипно все падает. Ладно, давайте еще несколько. Так, ремка. Ремка. Что у меня тут? Жива стоит. Каха грубая. Некоторым героям, в принципе, можно и ремку уже ставить. Например, даже тому самому Бигфуту. Как вариант. Так, чем у меня первый Бигфут? Лесо выживания. Поставим сюда ремочку. Так, поехали дальше. Огненькая опять. Ну, огненькая. Хотелось бы, конечно, рунами. Так, жух. У меня там куча рунинов есть. Сейчас будем ставить. Так, опять ремка. Ну, что ты сделаешь? Что-то ремки так хорошо начали падать. Так, ставим сюда на черепа. Или у меня на черепе уже ремка есть? Нет, по-моему. А, есть. На черепе уже одна ремочка есть. Так, на кого такого интересного можно поставить? Потестировать. Заклинательница Леди Лео с ремкой уже есть. Можно, в принципе, даже и на Франки поставить, но он у меня не докачанный еще. Как вариант, тоже неплохо. Восьмая уже. Надо будет подокачивать. И тут надо качать. В общем, везде надо кучу героев докачивать. Так. Даже не знаю, кому поставить. Поставим вот сюда. Так, поехали дальше. Для PvP локации ремка на 8 вообще будет огонь. Лунами что хочешь можно поставить. Даже ту же самую оживу будет очень круто смотреться. Так, ярость. Неинтересно. У Тикаха тоже нет. У меня разруха тоже с ремкой. Вот, наконец-то. Ставим. Сюда. Она уже докачана на максимум. Делаем. Девяточку. Вот 100%.
отражаемого урона, получаемого, точнее, отражается, то есть полностью, как, грубо говоря, щит Атланта срабатывает 40%, ребят, это немало. Вот такая вот у нас сборочка, будем тестировать ее, поехали дальше. Еще есть много героев, на которых хотелось бы потестить этот талантик именно на битве гильдий, там на PvP локациях. Так, поехали. Так, это такое себе. Кстати, я там разбросы позабирал. А, это разбросы на английском, уже попутал сервера. Так. Корка у нас на черепе уже есть. Бастион, бастион, бастион. Так, малышник. Можно, в принципе, ему сюда тыкнуть. Так, замедляха, это интересно. Так, этот замедление есть. Ведьма есть. Арктика тоже. Медуза. Чего не сделаешь ради архи. Так, поехали дальше. Опять ремка, смотрите, ремки неплохо падают. Дедушка. Ставим ему тоже ремочку. Так, просвещение. Просвещение это хорошо, будем ставить допом. Но надо будет с них хорошо книги получать. Так, череп. Ну, каменка не актуальна вообще уже. Ожива. Вот ожива, интересно. Так, бигфут у меня с оживой есть. Некрос есть. Какие варианты есть еще? Рино давайте сделаем. Так, отлично, поехали дальше. Разброс. Так, разброс на черепе. Не вижу я что-то разбросика на черепе сейчас. Там, по-моему, есть еще пару черепов. Да, есть вот уже восьмой разброс у нас стоит. Так, а какие еще варианты есть? Ара есть. Одер тоже есть уже. Вариантов, конечно, очень много. Так. Пальку тоже, кстати, неплохо с разбросом сделать. В принципе, даже некому ставить его так толком. Был еще вариант поставить Асурику, но Асуру хочу с другими. Так, для таких PvP-шных вариантов. Райка сожива есть, пак там есть. Выживание, в принципе, выживание не ставится и хватает за головой. Давайте попробуем. Поставим, поменяем пока так. Уже доказано, что выживание талантом, ну, немножко не то. Так, тяжелый удар. Нет. Каменка тоже. Нет. Гнев не особо актуален. Выживание. Кому-то выживание поставим на Ронина.
Или давайте даже не на Ронина поставим, знаете, на кого? На черепка вот сюда. Бог войны тоже не нужен. Перс. Короче, кучу талантов перекачиваю. Так. Можно так поставить. Просветы — это хорошо. Особенно на китайке. Только сказал, это хорошо. Сразу же еще один выпал. Как видите, ракушки не очень падают. Раньше они очень хорошо падали. Сейчас их словишь. Ну, одну хотя бы словили. Надо еще несколько. Так, а жива? Что у нас еще интересный будет с живой? Чтобы два раза резался. Так, 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 так. В принципе, как вариант. Где мой ара? Так, Гугенман встроен, можно попробовать на ару. Это, конечно, опять же, ненадежно будет, но как вариант. У меня римочный вариант с разбросом есть. Давайте поставим. Так, бастион нафиг не надо. О, еще одна ракушка. Так. Еще мне интересен будет Бигфут с ракушкой. Так, это один. С выживанием делаем замену. Мы уже тестировали выживание. Так. Теперь бы нам огненки найти. Надо китайцам написать, чтобы руны огненки начали продавать. Так, огненный ожог. Такой Ронин. Просто изи. Так, кого еще? Кто еще из героев? Ну, что думаю, Анубиса. Вариант какой есть? Анубис и Хрона. Попробовать. Некрос даже не знаю, смысла не вижу. Кого в дефе такого интересного? Автопрокер. Это вот он ресается сразу. Конечно, он мне нужен тут с уроном. Так, чем у нас Анубис? Анубис у нас с пактом один. У меня где-то есть еще второй Анубис. Вот он. Сделаем вот так вот. Почему? Потому что они после смерти ресаются. Еще, наверное, Бугимена тестанем. Так, бог войны. Ну что, нам выпадет еще один? Так, замедлялка. Так, 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 где мы тут? Замедление уже есть, стрелок замедления есть. Рея. Замедление есть, Афина для теста тоже есть. Стрелок. Медузи поставили. Ведьма есть. Но уже вроде по замедлениям разобрались. Аргатка еще. Еще меняем тоже замедление, потестим. Так, стойкость.
Вот, еще одна ракушка, я подумаю уже, кому ее ставить. В общем, вот так вот, ребят, такая вот китайка, такой вот роллинг. Талантика, в принципе, поролили неплохо. То, что хотел, то достал. Пишите комменты, подписывайтесь, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.